Гордонский карьер. Повозки с припасами. Если их сжечь, Родри сам запросит мира. Смотри, Сёнин. Thank you.
кустах прячешься? Нынче! Слава Тереду Мертону! Выпусти меня! Я хочу сражаться! Зерлов сказал, что освобожденные пленники войдут в наш фьорд. Ты нужен Широпширу. Ради святого Кутберта, помоги! Не нам пригодятся. Ты нужен Широпширу. Пока Ивар не начал буянить. Shall bring us a fish to our home. El asigine cerve to meta. Stand up, way factor. Where is the fiend?
следил за тебя. Следи за справедливостью! Я думаю, здесь исполины установили священные камни для защиты от других великанов. Те, кто был там, боялись бесов. И Бог защитил благочестивых, изгнав великанов. Остались лишь эти святые отзвуки. Труды благих, в чьих сердцах земля, навсегда останутся связаны с нашими предками,
и Господом через эти врата.
Если меня узнают, будет плохо. Thank you.
Сюнин, укажи путь. Келберт с ним. Да, кажется. Пахнет свеж... Ивар, Келберт. Здравствуй, Эйвор. Я как раз говорил Этелингу, что Тор нынче с нами. Победа будет нашей. И что ты придумал? В этой деревушке хозяйничает Инир. Покажем этим ублюдкам, что бывает с теми, кто кланяется бритам. Спалим все дотла, а Иниру перережем его нежную глотку. Верно, мой мальчик? Я хочу биться умело, а не жестоко. Резать глотки можешь сам. Инир – лучший воин бритов. Если он умрет страшной смертью, Родри побоится сражаться. В кровь кипит. Оставим за собой кровавый дымящийся след. Но скрытность даст нам больше времени. А, мне по душе гром и ярость. Ну, как хочешь. Значит, будем лить кровь. И разгромим все, что увидим. Идем, Келберт! Битва ждет! Ивар, пусть сервы Саксы бегут. Смерти здесь достойны только бриты. Сам Тор нынче с нами! Нужно всех перебить. Меньше воинов для Родри. Thank you.
Сюда идет Инир! Он зол, как зимнее море! Наконец-то! Теперь полю... Держись рядом, а? А, это все! Наконец-то! Теперь полюбуемся, чего мы добились, Кёлберт! Иди к нам, Эйвор! Смотри, какая вышла красота! Эйвор, как тебе Кёлберт в бою? Смелый мальчик, да? Хвала тебе за победу. И прости мне отнятые жизни. А, Кёлберт, меня тошнит от твоего бога. Смейся, мы победили! Убийство мне не в радость, Ивар. Эйвор и я рождены для них, мой мальчик. Песнь мечей, кровавый туман, хруст костей и оскал смерти. Тебе довольно крови, Ивар. Пролитой нами хватило бы и Фенриру. Так продолжим? Кёлберт, я хочу услышать твое мнение. Ты доволен нашей победой? Я думаю, да. Надеюсь, Родри отправит нам послание. Что он сделает? Он увидит пламя и поймет, что Уэсбери больше нет. Этот Боров клянется, что его победит лишь дракон. Скоро мы проверим, так ли это. Ивар, нам нужен мир, а не месть. Если не согласен, возвращайся в Рептон немедля. Ты не знаешь Родри, а я знаю, Эйвор. Он скользкая лживая змея из зловонной ямы. Хватит об убийствах! Мне нужен хоть миг покоя. Мед лучше. Нет, Ивар. Лишь покой. Прогулка по лесу или... Или рыбалка. Может, порыбачим вместе? Рыбалка? Ищешь теплый омут, чтобы окунуть своего червяка? Я видел тут небольшой пруд. Идем? Теперь мы все можем немного отдохнуть и остыть. Идем сюда. Я не люблю рыбалку. Какой в ней вообще смысл? Ни одной рыбе не убить меня.
Славное место. Здесь есть угри. Дерлов обожает суп из свежего угря с крапивой. Я не рыбак. Ловите сами. Из-за рыбы дна не видно. Клюет! Вытягивай! Так рыбачит. Еще один угорь. Почти хватит на сытный суп. Епископ Дерлов порадуется. Пойдем расскажем все Ивру. Деревню разграбить и то быстрее. Мы наловили угрей для пира. Епископ будет рад. Вон идет этот простофиля. О, странный способ праздновать победу. Впрочем, и Господь наш, ловец человеков, рыбачил. Здравствуй, епископ. Сегодня мы сварим вкусный суп. Спасибо, Кёлберт. Но я скорблю. Столько домов сожгли. Их будут отстраивать годами. Видел бы ты Кёлберта в бою. Он станет отличным элдерменом. Яростным и грозным. Лучше я буду справедливым. Но спасибо за похвалу. Я отправил послание бриттам. Молюсь, чтобы король Родри принял мир. Хоть его брата и убили. Все к лучшему. Это принесло нам победу. Бриты скулят о пощаде, как побитые псы. Ивар, я сомневался в твоей затее, но она может сработать. От такого Родри не оправится. Лорды, решается наше будущее. И после Кватфорда ясно, что Ивар должен остаться в стороне. В стороне? Остаться не удел после всего, что я для вас сделал? Епископ прав, Ивар. У тебя сердце воина, а не примирителя. Чтоб тебе сдохнуть! Я знаю, Родри, и знаю, на что способен этот змей. Я тебя предупредил. Я не стану ему кланяться. И пусть целует меня взад. Эйвор, его гордость задета. Если знаешь, как это исправить, я слушаю. Обычно он весьма упрям и крайне поспешен в гневе, но ему ведомы и другие чувства. Я устрою охоту на кабана, зажарим его на вертеле, поговорим о войне, и Эйвор будет доволен. Епископ, подготовимся к прибытию Родри. Собери людей и разбей лагерь.
Вопрос войны и мира решится, но не сейчас. Нужно ждать. Ненавижу ждать. Все в руках Господа. Поблагодарим же его за возможность отдохнуть. Брит, я уже здесь! Вот отдохнули. Сюда, к большому дубу! Но где Келберт? Будущий элдермен должен присутствовать на переговорах. Он ушел на охоту, на кабана. Это было довольно давно, нет? Ждать нельзя. Мир нужно заключить сейчас. Леди Ангхарад, здравствуй. Мы пришли обсудить мир. Мы рады это слышать. Но где твой славный король? По моей просьбе он ждет в замке. Чтобы не подстрекать головореза Ивара. Родрик, король бритов. Обещание мира может давать только он. Мы с королем единое целое. Я королева бритов и вправе представлять своего мужа и наш народ. Достопочтенная госпожа, мы признаем твою власть. Пора уже, наконец, прекратить войну. Довольно нашим народам страдать. Что ты предлагаешь? Все наши воины вернутся в освященные веками границы земель. Мы лишь просим дать нам пару дней, чтобы собраться и покинуть замок Каустоу. А вы, в свою очередь, должны прекратить нападение. Щедрые условия. Договорились. Хорошо. Как быстро и плодотворно. Да хранит Господь тебя и твоего короля. Мое почтение. Вы славно сражались. Пусть мир между нами будет прочным. Я растерян, Эйвор. Один миг, и многолетнему кровопролитию положен конец. Ты прошел нелегкий путь, епископ. Нужно порадовать Келберта. Расскажешь ему все при встрече? Я его разыщу. Келберт, хель его забери. Кто-нибудь должен знать. Не знаешь, где Келберт? Я не слежу за тем, где шатается Эталинг. Поспрашивай других. Я ищу Келберта. Ты видел его? Да, он затачивал наконечники стрел. Ивар, все кончено. Мир, да? И от счастья все не знают, куда девать свое дерьмо. Или от облегчения. Не знаешь, где Келберт? Хочу сообщить добрые вести. Он нынче звал меня на охоту, но я не в настроении. А, Эйвор. Не знаешь, где Келберт? Мой брат видел его. Он пьян, как макрель, верно? Выпил за мир с бритами. Да не раз. Проснись. А? Знаешь, где Келберт? Келберт? Никто из вас не видел Келберта? Только он, Дрэнк. Придется подождать, пока он проспится. Часто он так напивается? О, боги, да. Дважды в неделю. Пьет три дня, а потом четыре.
и дважды в воскресенье. И что ты делаешь, чтобы привести его в чувство? Как-то он был нужен мне на пару слов, и я бросил его в озеро. Только никому. Что ж, попробую. Должен быть способ разбудить его. Как спалось? Разве можно так с живыми людьми? Мне нужно найти Келберта. Мальчишку Сакса? Будущего Элдермена. Он ушел на охоту за угощением для Ивара. Я знаю, что он на охоте, но где? Тут рядом есть пещера. От входа поднимись вдоль ручья в гору, на юг. Уже что-то. Спасибо. Что здесь случилось? Пахнет бедой. Келберта или убитого зверя. Лук Келберта обронен.
Следы лапы, кровь. Но не кабанья. По грязи что-то тащил волк. Слезы, Фрейя. Келберт, ты жив? Я... Тише. Ты тяжело ранен. На рукояти дракон. Боги. Бритский знак. Дыши, мальчик. Времени мало. Вернемся домой, простишься со всеми. Я отнесу тебя домой. Потерпи чуть-чуть. Силы. Помогите! Ивар! Дёрлов! Клянусь рукой Тора! Неужто это Этелинг? Эйвор, что случилось? Нет! Нет! Глупый мальчишка, что ты наделал? Он был в пещере, его окружили волки. Ивар... Тише, мальчик, тише. Ивар... Дай мне топор, немедленно! Ивар, он мертв. Топор! Его бог примет его и без топора. Иди к своему богу. А я спою о тебе в Вальгале. Это сделал не волк. Расскажи мне все. Дело рук бритов.
В ране был вот этот клинок. Бритский клинок. Родри! Почему? Ты убил его брата. Он не мог оставить его неотомщенным. Я говорил, что он змея. Ему вовсе не нужен мир. Только кровь за кровь. Епископ Дяурлов, сюда! Стены крепости не спасут его. Я проткну ему легкие этим клинком. Значит, поспешим. Не дадим Родри насладиться победой. И никакой жалости. Леофрит избежал смерти, но Родри пусть не ждет пощады. Клянусь. Боже, что стряслось? Что с Кёлбертом? Убит. И избавив тебя от грехов, да спасет тебя Господь. Отправьте тело мальчика отцу. Его похоронят по-христиански. Леди Анкхард сказала, что Родри в замке Каустоу. Она могла солгать или ошибиться. В любом случае, проверим. У крепости есть хорошее место для лагеря. Осмотримся там вдвоем. Хорошо. Вперед. Ладно. Только помни, Родри оставь мне. Что произошло? Коней за мной! У нас есть чем заняться. Я должен был это предвидеть. Должен был знать, что он выберет слабейшего из нас. Ты нанес Родри страшную рану, убив его брата. Такова цена всего, что хоть что-то стоит. В Атфорде ты сказал, что шрам на твоем лице оставил Родри. Расскажешь, как это было? Почему бы и нет? Об этом стоит вспомнить. Много лет назад я возвращался с Западного острова. У них там славные бойцы. Мне здорово досталось, и я был зол на весь свет. Жаждал только крови да серебра. Как-то у берегов Камри я и мои дренгер увидали славное местечко для высадки. Сплошной туман. Только мы вытащили корабли на берег, как с холмов донеслись вопли. Проклятые бриты! Туман чуток рассеялся, и вот они стоят. Самый здоровый орёт. Я Родри, король этой страны! Плевал я на тебя! Ору я в ответ. Я даю моим знак, и мы, подняв топоры, бросаемся на них, не дав им вздохнуть. Нас было больше, но бриты хитрые твари. Там вокруг болото, сапоги в нем вязнут, быстро не побегаешь. Родри стал крошить нас по одному. Добрался до меня, приложил клинок к щеке и оставил этот шрам. «Убирайтесь, чтобы вашего духа тут не было», — говорит он. «Да скажи всем, это дар короля Родри». Дерьмо, говорю я. Но он лишь посмеялся. Славный рассказ, Ивар. Сын Рагнара, убийца королей, покоритель Англии и Ирландии. О твоей жизни впору сложить сагу. Так и есть. Этот жирный червь прячется там, за стенами. Только дракон его победит. Как же, чтоб мне лопнуть. Будет ему дракон. Пошли весть своим людям. Можно разбить здесь лагерь и продумать нападение.
Люди Ивара не тратят время зря. Они жаждут мести. Я готов. Во имя Локи, что ты с собой сделал? Дракон, которому суждено прикончить Родри. Что скажешь, брат Волка? Готов ли ты к войне? Собирай людей, Ивар. Пора начинать. Славный день, чтобы умереть. Ворота хорошо защищены. Мои люди грузят на повозку котлы с маслом. От этих ворот только яма останется. Покажись! Я здесь, Ивар Бескостный. Мы заключили мир. Почему ты пришел сюда с войском? Как ты смеешь, сын свиньи? Ты сам нарушил мир, без вины пролив кровь юного Келберта. Что за вздор ты несешь, Дан? Хочешь войны? Что ж, мы готовы к осаде. Взгляни на меня, король падали, и узри дракона, что пожрет тебя! Ты старик, что корчит из себя змея! Ивар, хватит болтовни! Пригнать повозку и поджечь масло! Когда я покончу с Родри, я срежу жир с его ляшек и поджарю на нем хлеб. Сюда! Подощам ее прямо у ворот! Yeah.
работу, Кэти! Помогите! Ивар Бескостный.
До дракона тебе далеко. Я свалил этот прогнивший дуб. Он еще жив? Да. Но я это скоро исправлю. Я же любитель зрелищ. Он умирает. Позволь Норнам решить его судьбу. О, нет, я не согласен. Я так славно все придумал, и место выбрал, и способ. Едем. Позже. Я вернусь, когда буду готов. Хорошо. А мы подождем, верно, Родри, дружище?
Сюнин, разведай местность.